Всем привет! Сегодня сделаем оригами цветок из бумаги. И для этого нам понадобится квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Возьмем лист и сложим его на бок вдвое. Теперь раскладываем листочек обратно. И в другую сторону складываем лист вдвое. Наведем листочек. Верхнюю боковую сторону загибаем вниз по центральной линии. И переворачиваем листочек на другую сторону. Снова верхнюю боковую сторону загибаем вниз по центральной линии. Теперь берем листочек, поднимаем его, переворачиваем, расширяем середину листочка и верхний уголок складываем к нижнему уголку. Все хорошо наведем. Вот снизу у нас поднимается верхний листочек. И теперь вот эту сторону переворачиваем и складываем к этой стороне. Так, берем листочки и переворачиваем их к противоположной стороне. Хорошо наводим контрольную линию. Переворачиваем листочки обратно. Вот у нас получилась контрольная линия. Я ее наведу ручкой, чтобы было лучше видно. Убираем ручку, получается вот так. Теперь вот эту боковую сторону загибаем на бок и ложим вот этот уголок вот на эту линию. Начинаем загибать от верхнего уголка. Итак, берем верхний листочек, начинаем загибать его на бок, загибаем от верхнего уголка и ложим вот этот уголок вот на эту линию. Хорошо наводим. Получается вот так. Вот так загибаем от верхнего уголка и ложим уголок на контрольную линию. Теперь вот эту сторону переворачиваем и ложим на начало вот этого листочка. Берем верхний листочек, переворачиваем его и ложим по верхнему листочку. Хорошо наводим. Получается вот так. Берем листочек. Переворачиваем на другую сторону. Теперь снова загибаем боковые стороны, равняя их по нижних листочках. Берем листочек, переворачиваем на бок. И ложим таким образом, чтобы верхние и нижние листочки были на одном уровне. Так, сложили и хорошо наводим. Получается вот так. Теперь вот эту сторону ложим к этой стороне. Хорошо наводим. Теперь получается вот так. Берем листочек и вот эту сторону загибаем к этой стороне. Хорошо наводим. Получается вот так. Достаем второй листочек. Достали листочек наружу. И вот эту сторону складываем к этой стороне. Переворачиваем листочек, ложим возле начала листочка. Так, сложили листочек, хорошо наводим. Получается вот так. Переворачиваем листочек на другую сторону. Вот эту сторону загибаем к этой стороне. Хорошо наводим. Достаем второй листочек и вот эту сторону отгибаем к этой стороне. Хорошо наводим.
Теперь получается вот так. Берем листочек, переворачиваем листочек и поднимаем его вверх. Выравниваем. Расширяем середину листочка. И сверху листочек придавливаем, расплющивая его. Хорошо наводим. Получается вот так. Одну сторону расплющили. И так нужно расплющить все четыре стороны. Берем второй листочек, переворачиваем. Поднимаем, выравниваем. Расширяем середину листочка. И сверху придавливаем, расплющивая лист. Хорошо наводим. Получается вот так. Переворачиваем листочек на другую сторону. Делаем то же самое. Переворачиваем листочек. Поднимаем вверх, выравниваем его. Расширяем середину листочка. Сверху листочек придавливаем, расплющивая его. Наводим. И последняя, четвертая сторона. Переворачиваем, поднимаем вверх, выравниваем, расширяем середину. Сверху придавливаем, расплющивая лист. И все наводим. Получается вот так. Теперь берем по одному листочку с каждой стороны. С одной стороны взяли листочек, с другой стороны берем листочек, складываем их вместе. Поднимаем, переворачиваем. И вторую сторону складываем вместе. Ложим. Все наведем. Получается вот так. Теперь вот по этим контрольным линиям боковые стороны переворачиваем к центральной линии с обеих сторон. Берем верхний листочек, переворачиваем ее к центральной линии. Хорошо наводим. С другой стороны берем верхний листочек. И по контрольной линии переворачиваем его к центральной линии. И хорошо наводим. Получается вот так. Переворачиваем листочек на другую сторону. И снова по контрольным линиям переворачиваем боковые стороны к центральной линии с обеих сторон. С одной стороны перевернули, наводим. Переворачиваем с другой стороны. И наводим. Получается вот так. Теперь делаем лепестки. Берем один верхний листочек и переворачиваем его полностью вверх. Так, перевернули листочек и наводим. Получается вот так. Переворачиваем на другую сторону. Делаем второй лепесток таким же образом. Переворачиваем верхний листочек вверх. И наводим. Получается вот так. Теперь сбоку берем по одному большому листочку с каждой стороны. Складываем вместе. Поднимаем, переворачиваем. Вторую сторону складываем вместе. Ложим и наводим. Делаем третий лепесток. Переворачиваем листочек вверх. Наводим. Переворачиваем на другую сторону. И делаем последний, четвертый лепесток. Переворачиваем листочек вверх. Наводим. Получается вот так. Теперь берем листочек, поднимаем лепесток вверх. Переворачиваем. Второй лепесток поднимаем вверх. Открываем серединку. Поднимаем третий лепесток вверх. Теперь с другой стороны открываем серединку и поднимаем последний, четвертый лепесток вверх. Теперь у нас получается вот такой красивый цветок. Осталось сделать для него ножку. Для того, чтобы сделать ножку для цветка, нам понадобится прямоугольный лист бумаги размером 15 на 8 сантиметров. Две пасты от шариковых ручек и клей-карандаш. Возьмем клей и поставим его пока в сторону.
возьмем пасты и положим их пока в сторону. Теперь возьмем сам листочек, поднимем краешек листочка и загнем совсем небольшую полоску бумаги вверх. Загибаем по всей длине листочка. Получается вот так. Теперь возьмем одну пасту, ложим пасту на листочек возле самого загнутого листочка. И теперь листочком нужно обкрутить пасту. Так, обкручиваем листочком пасту, плотно прижимая пасту к листочку. Обкручиваем пасту по всей длине листочка. Обкрутили листочком пасту, и теперь листочек нужно прокрутить вперед. Для этого плотно прижимаем листочек к пасте и прокручиваем пасту вперед. Так, паста начала прокручиваться, и теперь скручиваем листочек до самого конца. Окончился листочек, и теперь освобождаем широкую полоску бумаги, чтобы на нее нанести клей. Освободили широкую полоску бумаги, и теперь берем клей и наносим клей на листочек. Хорошо наносим клей, чтобы листочек хорошо приклеился. Нанесли клей, убираем клей, и теперь снова прокручиваем листочек до самого конца. Прокрутили листочек, берем листочек, и теперь место приклеивания листочков проглаживаем. Теперь нужно достать наружу пасту. Для этого нам понадобится вторая паста. Засовываем пасту в середину ножки и проталкиваем пасту наружу. Убираем пасты. И теперь у нас получается вот такая ножка для цветка. Теперь нам нужно соединить цветок и ножку вместе. И для этого нам снова понадобится клей-карандаш. Итак, берем цветок, переворачиваем его и ложим вот таким образом уголком вверх. Теперь берем ножку для цветка, берем клей и наносим клей на ножку вот таким образом, чтобы много клея попало в середину ножки. Вот так нанесли клей, убираем клей. Теперь берем цветок и засовываем ножку в уголок цветка. Прижимаем, и так нужно подождать, пока клей подсохнет. Когда клей подсохнет, у нас получится вот такой красивый цветок. И теперь наш цветок уже полностью готов. Я надеюсь, что вам цветок понравился. Желаю всем успехов!